как петухи поступают, знаешь? Ну я не считаю, что это петухи. Но я тебе говорю, что это петушины поступают. Что это петушины поступают. Я тебе просто говорю свое мнение. Хорошо. Что это петушины поступают. И ты говоришь, что это не петушины поступают. Ты же делаешь по петушинам. У меня нет 20 миллионов рублей. Вот такое вот забавное начало вас встречает, и так будет с каждым, кто захочет уйти от авиации и поставить борт новичку сегодняшнего выпуска. Встречайте, это ИС-6. Не танк, а линкор ИС-6, ну вернее ИС, который обладает авиацией и пушками главного калибра и называется модным словом гибрид. Ну, у меня ассоциация гибрид — это смесь вампира с оборнем, какая у вас, кстати, можете написать в комментариях, но в данном случае это линкор плюс авик в одном флакончике. Интересно, да, посмотрим, что из себя будет представлять. Забыл, кстати, с вами поздороваться. Всем большой-большой привет. Меня зовут Джонни Кэтсел, кто не знает. И на этом канале вы можете увидеть обзоры и стримы. Итак, прайс из 6 стоит где-то 7000 дублонов. Если не ошибаюсь, там больше-меньше уже не помню. И можно его приобрести в прем-магазине. Да, дороговато, но, ребят, уникальный контент, поэтому приходится иногда раскошеливаться. И выглядит он, кстати, очень-очень приятно, мне нравится, потому что и палуба красивая, и сам линкор японский, это как бы фуса, тоже приятен. Но внешний вид — это одно, а вот как мы можем танковать — это совершенно другое. Давайте посмотрим бронирование, и тут ничего хорошего. Потому что мы что уровень, у нас на своей обшивке 26 мм, и сюда HLL линкоры будут пробивать. То есть любые линкоры, у которых калибр больше 380 мм, уже как бы все, пиши, пропало. Самое печальное, что вот этот вот красивенький ангар, где должны были быть две башни, но японцы их выкинули куда-то там и отпилили. Построили вот эту вот коробку, и она ничего не танкует, потому что она кубическая. Не будут рикошет идти, плюс фугасы жрем, так что если хотите быстро убить ИСе, то вот, пожалуйста, стреляем именно в ангар. Есть какая-то палуба в 44-35 мм, но она не чувствуется, потому что надстройка будет впитывать урон, поэтому забудьте. Ну, из плюсов только бортовая обшивка в 32 мм, которая как бы будет танковать рикошет, но, ребят, не стоит на нее рассчитывать. В любом случае вас могут быстро отправить в порт. Ну и, конечно же, мы жрем стадельный урон, если не рамбуем. Так что печально, мы не Баварии, даже не Фуса. Пожалуй, самый слабый линкор на штурм уровне по параметрам защищенности. Боеспособность 58700 и ПТЗ 26%. Артиллерия. Главный калибр представлен четырьмя башнями по два ствола 356 мм. Знакомы вам с Фуса, только их меньше. И честно, на шестом уровне это мало, реально мало. У нас нету такой высокой плотности залпа, при этом сами орудия, они не идеальны. Во-первых, калибр маленький, его недостаточно даже против одноклассников. Вы не можете гарантированно пробить нос 26 мм, будут рикошеты, и в видео это все посмотрите. Недостаточно и пробоя. Да, у нас хорошая дальность стрельбы, но попадать не так легко, потому что баллистика навесная. Короче, орудия не идеальны, единственное преимущество у них, как говорят, Sigma 2.0, тогда как у Фуса полторашка. И мы стреляем как бы поточнее, но это не всегда происходит. Еще одним сильнейшим недостатком этих орудий являются отвратительные углы наводки назад. Если вы захотите пострелять на ретраде, когда за вами гонится, то вам придется подставляться практически бортом, и уже все, вас будет пробивать, поэтому углов наводки мы просто не завезли. ПВО 7.6 в порту — это прям неплохо. Мне кажется, это один из самых лучших линкоров именно на штурм уровне по параметрам зенитной артиллерии. Но честно, вот прям честно и откровенно, меня отковали и 6 авики спокойно. Дело в том, что под хилкой торпедоносцами вас точно достанут. И это ПВО хорошо только если в нем вязнут какие-то бомбардировщики. Ну и может быть там маяки. Торпедоносцев не особо сбивает, и восьмерки плевать на это ПВО, вот поверьте мне. Так что 7.6 немножко здесь как-то, ну, сомнительно. Маневренность. Фусовские 25,7 узлов. Тут все как бы стандарт. Ну и маскировка в полной прокачке 13,8. Тогда как наш японский собрат на штурм уровне видится намного хуже. 13,8 — это уже, ну, так приемлемо. Переходим дальше. Оснащение. У нас всего лишь аварийная команда, которая работает жалко 30 секунд, и хилка. Больше ничего. Корректировщик у нас отобрали.
Модернизации нехитрый набор, потому что доступно всего лишь 4 слота, орудия главного калибра, дальше всем борьбы за живучесть, точность и рулевые машины. Перки командира, вот такая сборка у меня, я вам ее тоже посоветую. Итак, на первом уровне берем специалист противоаварийных работ, дальше поворот башен, в идеале с Yamamoto 40, потому что орудия здесь тугие. Затем мы берем 100% отчаянного, противопожарку и мастер маскировки, это тоже будет обязательно. Следующие перки можете разбрасывать как хотите, но хочу сказать то, что пятая хилка практически никогда вам не понадобится на этом линкоре. Вы либо раньше сдохнете, либо бой раньше кончится, поэтому советую взять основу борьбы за живучесть, а дальше можно усилить либо ПВОшку, потому что она здесь хороша, и все-таки вы играете в таком диапазоне боев, где много авиков, так что это будет достаточно неплохо. Либо возьмите приоритетную цель, а на сдачу на 2 очка заряжающий, чтобы иногда переключиться с ББшек на фугасы. Это тоже будет полезно, потому что калибр слабый. Ну и профилактику. Ну что ж, подготовили мы линкор. И давайте посмотрим бой. Я вам расскажу про его главную фишку, это его авиация. Сбалансил меня против пятерочек, это значит, что нагиб будет обеспечен. Давайте расскажу вам про нашу авиацию. Это вид вооружения, именно вооружение, не снаряжение. На нашей палубе 4 самолета, которые несут по 2 торпеды, соответственно 8 можем их скинуть. У самолетов интересная механика, которая впервые встречается на эссе. Это катапультное ускорение, то есть вы нажимаете взлет, и самолеты летят со специальными подвесными ракетными ускорителями. Они быстрее разгоняются до 200 узлов, но как только они спадают, то крейсерская скорость падает до жалких 120. И это, честно, ну, для самолетов маловато. Обратите внимание, сейчас я их буду запускать против Буденного на ближней дистанции. Кстати, если вам нужно будет совершить атаку именно вблизи, то нажмите клавишу S, и ускорители сбросится, самолеты будут медленнее, и это позволит вам атаковать цель на ближней дистанции, потому что под ускорителями будет большой радиус, вам будет сложнее кинуть торпеды. 35 тысяч уже набил. Бой будет, кстати, намного интереснее. Вот обратите внимание, 5 торпед попало, еще и затопчик. В принципе, главное, что они могут сделать, это повесить затопление. Это важно, поможет в дальнейшем принабить урона. Буденного легко отправили на дно. Он, наверное, хотел скинуть торпеды, но не получилось, не фартануло. Подловил его на цитадель. Самолеты в начале боя недоступны. 2 минуты у них время перезарядки. Ну, если бы они были сразу готовы, то это был бы имбо, потому что вы проводили разведку. Поэтому вот так вот. 2 минуты ждем и совершаем новые запуски. Хочу сразу отметить то, что звено торпедоносцев — это второстепенный вид вооружения. Именно второстепенный, не основной. Поэтому гораздо полезнее чаще стрелять с ГК. Да, 8 торпед, но, ребят, у них слабый урон, 2000 с копейками, это очень мало, его еще будет сжать в ПТЗ. И какой-то вот, на первый взгляд, непонятный веер торпедный. Хоть их 8, но он очень широкий, и загнать все 8 торпед практически невозможно. Я смог это сделать один раз в Дюнкерке, который шел бортом, и если ему там как-то скидывал в корму, то он смог все на ходу поймать. Так это практически нереально, вы будете загонять, ну, там по 4, по 5 торпед, не более. У самолетов где-то 8000 хп у звена. Что могу сказать? Против пятерок, шестерок это за глаза хватает. Против восьмерок, ребят, будьте осторожны. Если вы хотите их скинуть, то обязательно оставляйте запас форсажа, потому что против ПВО целей вы ничего не сможете, а даже, может быть, и не долетите. Так что тут как бы играйте как навики, не старайтесь лишний раз открывать ордера, потому что все собьют. Весь раз за градками облетаем, а вот одиночные цели — это то, что нам нужно, особенно вспомним, как было начало, в начале ролика. Ваша задача — развести корабль на маневр, либо он ловит торпеды, если вы откуете в борт, либо подставляет свою цитадель и получает урон с пушек ГК. Вот, например, сейчас я атакую Фуса, тоже своего брата-близнеца, и что я сделал? Я отстрелялся в крейсер, у меня была перезарядка 30 секунд, орудие наводить долго, и я поднял звено
торпедоносцев. Давайте скажу вам четко, когда стоит ими играть. Есть несколько ситуаций. Первая — это как сейчас, когда у вас перезарядка. Вторая — это когда цель находится вне досягаемости вашего главного калибра. Либо вы за островами, либо вы не можете достать. Следующее — это если вы хотите прям четкого из затопления. Также будет актуальным спамить эсминцев в дымах, которые засиделись, потому что площади из 8 торпед это много, и где-то 2 они словят. Да, урон маленький, но поверьте, кипиш наведут, и эсминец, скорее всего, выйдет из дымов. Ну и последнее — это при смерти, да-да, потому что как только линкор умирает, вы можете поднять звено самолетов и еще там полетать, что-то поделать, хотя бы посветить 2 минуты вполне. Самый лучший профильный способ, когда вы идете один на один с линкором вражеским на сближении, отстреливаете свои пушки главного калибра и поднимаете самолеты, заходите ему в борт, закидываете, а дальше уже ваши пушки перезарядились, вы готовы снова ответить по неприятелю. Вот это самое лучшее применение самолетов. Они здесь бесконечные, то есть ни запаса, ни как у авика какой-то там перезарядки, вообще ничего нету. Илон Маск, наверное, в шоке. Боже, человечество ищет уже больше 2000 лет, наверное, или сколько там, тысячи лет вечный двигатель, а японцы его уже создали, вечные самолеты, просто, которые перезаряжаются, и все, хочешь их там убивай, вообще что угодно делайте, их тут бесконечно. Честно говоря, мне такое не по душе, я все-таки как-то за реализм, а это, ну блин, не знаю, как-то по-детски, по слишком казуально, слишком аркадно, ну такое. И ведь концепция гибридов, она давно уже была в Блице, только там это все РТС-авики, где ты поднимаешь звено самолетов, и при этом можешь на автопилоте атаковать, можешь переключаться между кораблем и авиацией, здесь такого нет. Как только ты управляешь самолетами, то твой корабль полностью АФК и полностью беззащитен. Это мне напоминает, знаете, в Dead by Daylight игра про маньячков, там есть такой вот... призрак японский, там тоже она типа летает, и у нее уши АФК, когда поднимает, ну, что-то типа своего духа. Здесь то же самое, вроде корабль, сколько весит экипаж? 1000 матросов, 1500, 2000. Я не знаю, но, блин, когда ты атакуешь цель самолетами, то твой корабль просто АФК. И, кстати, ребят, кому интерес, как бороться с ИСа, вот, смотрите, если самолеты в небе, значит, игрок не управляет линкором, пожалуйста, стреляйте. Короче, ну вот к чему это? Во-первых, давно уже есть эти гибриды, и лучше бы они смотрелись хотя бы в реале, когда можно было, блин, переключаться между самолетами и линкором. Ну хоть немножко. А это, ну блин, ну АФК линкор. Я не хочу сейчас спорить про старые новые авики, но мне такое, ну, не знаю. Не нравится, не нравится. Ладно, давайте опустим этот момент. Бой тут прям вот набирает свои краски. Стоит понимать, что ИС — это линкор на 70 или даже 80%, а не авик. Поэтому даже вот сейчас у меня доступный звено самолетов, я его не поднимаю. Если объективно, корабль получился, ну, не имбовым. Фуса с его 6 башней будет гораздо мощнее реально, чем ИС. Это больше про фан, да, корабль про настроение, про веселость. Но мне он понравился, потому что, знаете, когда ты на линкоре отстреливаешь пушки, у тебя перезарядка там 30 секунд, и ты не можешь ничего сделать, это эти полминуты. Это очень скучно, а здесь, пожалуйста, геймплей очень сильно разбавляет вот это вот звено самолетов. Прям затягивает, реально затягивает. Хочу отдельно сказать, если мы путаем против восьмерки, ситуация намного тяжелее, потому что там мы никого не пробиваем, наши самолеты могут не долететь, и да, тяжело, поэтому придется часто и на фугасы переключаться. Но не знаю, может быть, мне везло, но я часто играл против одноклассников, и тут, конечно, порезвиться можно вдоволь. Во-первых, игроки слабого уровня, во-вторых, куча крейсеров без хилок, без адекватной брони. И как бы ИС здесь, да, раздает. Набивать урон на нем можно, но уверен, средух у вас будет меньше, чем на фуса могла бы быть. Я примерно смог добиться с что-то там 90 или 100 тысяч. Были какие-то дурацкие бои, но можно побольше, да. Обратите внимание, 7 из 8 снарядов залетело в Баварию, но все-таки Сигма 2.0 иногда решает. Только вот следующий залп по фуса будет с кучей рикошетов, про что я вам говорил, калибра недостаточно.
брать корабль или нет, ребят, ну, если у вас есть деньги, скопленные из завтраков или чего-то там еще, то я бы взял, потому что все-таки интересный, уникальный геймплей. И плюс корабль премиальный, можно покачать кэпов и поднять немножко серебра. Но вообще, вряд ли он зайдет в какие-то режимы, кроме рандома. Ну и плюс он не конкурентоспособен, какая-нибудь неумехика его разорвет. Да и любой линкор, я думаю, один на один точно его отправит домой. Геймплею привыкайте, ребят, не запускайте самолеты каждые 2 минуты. Нужно все-таки четко понимать, когда это надо делать, и старайтесь играть все-таки больше как линкор. И только в тех случаях, когда я вам говорил, пользуйтесь авиацией. Пробил я сейчас в усе цитаделечку. Ну и меня он может сейчас отправить в порт. Повезло. Эти 32 миллиметра. Кто-то за их что-то там скушало. Битва подошла к концу. Вот, кстати, перед смертью, которая, я думал, сейчас случится, я запустил звено самолетов. Тоже полезно. А, у них, кстати, 7000 хп, и не 8, я сказал. Ну да ладно. Короче, друзья, корабль фановый, корабль затягивает. Таким вот получился обзор. Братишки, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И оставьте какой-нибудь полезный комментарий. С вами был Джонни Кэтсул, и это был обзор на ИС-6. Всем пока.